спокойно, безразлично, в стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес. Он враг коммунизма, он в общем аскет. Как все за границей, он ходит молиться. А где-то хранится его партбилет. Как все за границей, он ходит молиться. А где-то хранится его партбилет. И нет награды, и виллу с оградой. На риск каждым утром тот мистер идет. А где-то в Ростове, а может в Пскове, а может на Волге жена его ждет. А где-то в Ростове, а может в Пскове, а может на Волге семья его ждет. И может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернется домой. А просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. А просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. Так в какой безразличной стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов.